Привет, мои дорогие друзья! С вами на связи Лилия Донскова. И я хочу сегодня похвастаться подарком, который мне сделала компания Oriflame. Это телефон Samsung A30. Я его получила за символическую стоимость всего за 199 рублей. Всего 199 рублей. Хотя, если его покупать в магазине, его цена выйдет где-то примерно 15-16 тысяч. И для чего я снимаю это видео? Не просто для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы сказать вам, что компания очень часто устраивает всевозможные акции. И я вам рекомендую в них участвовать. То есть не бойтесь, что вы справитесь, не справитесь. Понимаете, наш вот мозг так устроен, что если мы ставим перед ним конкретную задачу в цифрах, да, в точных цифрах, то он находит варианты, как реализовать эту задачу. И вот в данном случае передо мной стояла задача, не помню точно, по-моему, нужно было пригласить 8 человек, чтобы они прошли первый шаг стартовой программы. 8 или 9, ну, за 3 каталога. Это было, ну, не просто, я так скажу. Но когда я поняла, что у меня будет классный новый телефон, а я как раз хотела уже обновить телефон, то у меня просто вот попёрло. Я приглашала всех, и друзей, и родственников вовлекала. У меня пошел такой подъем, я в интернете активно рекрутировала. Самое интересное, что даже люди стали сами проситься в команду. Я все время в чат скидывала скрины, мне прям писали, а можно как-то к вам в команду попасть? Или расскажите подробнее о работе. То есть, когда мы начинаем с вами что-то делать во имя мечты или конкретной цели, и знаем четкий дедлайн по времени, четкую задачу, сколько нужно сделать, то все начинает получаться. Поэтому внимательно смотрите, что нам предлагает компания. Если акция вам интересна, то участвуйте в ней и верьте, что у вас все получится. А вот моя накладная, которая пришла вместе с телефоном. Смотрите, здесь вот и сумма, все указано, сколько к оплате, сколько всего. И, кстати, оплатила я всего 80 рублей, потому что у меня на товарном поле были деньги, и они списались в счет оплаты заказа. Так что все по-честному, все реально, да, все в коробке, все как в магазине было запечатано. Поэтому супер, я очень довольна своим новеньким таким клевым телефончиком. Удачи всем, ребят! Пока-пока!